Так, ну что, идем на миссию, которая у нас в кафе. Тут у нас должен быть полицейский мотоцикл. Он у нас тут и есть. Миссия 2 полицейских. Кстати, в миссию полицейский. Давайте как-нибудь сыграем, но не сейчас. Запомните, если что, напомните. Обязательно надо поиграть. Я ни разу никогда в жизни не играл в миссию полицейский. Интересно, кстати, если угнал полицейскую машину и начал играть в миссию полицейский, звезды розыска исчезнут? Или тебя, когда ты будешь уже полицейским, тебя все равно продолжат искать? Вот мне интересно. Ну, ты хер, слышь, мне по барабану, что там слышишь. Слышь, сукня, я тебе не уборщица, я... А, подожди. Ты уже тут... Уборщица, гонсайт, отвечаю. Карл, слушай, ну, если меня закроют, я хочу, чтобы захочу, то сумма ведь... Да подожди, мы же это уже проходили. В смысле? Мы же это уже проходили. Прикид, помадни, постригись, Едвигович. Да мы же уже это проходили. Как это? Тушил ты пожар-то где? Ну ладно. Где я это не проходил? Обесвечивание, подожди. Роза. Афро Блонд. Я же это делал, ребят, вы помните, нет? А куда это все делось-то? Видимо, меня после этого прибили, и я... А прикид помаднее, где мне найти? Зачем мне помаднее прикид? У меня замечательный прикид. У меня замечательный прикид. А где мне найти прикид-то? Где тут одежный магазин рядом? Что-то странное творится. Давай посмотрим тогда. Так, вот. А, вот, вот он. Сюда, значит, поехать. Ну, поехали. Поехали. Сейчас надо будет... А, стоп. Стоп, стоп, извини, чувак. Ты можешь ехать дальше? Вот у меня что. Вот у меня что. Вот это уже точило... В принципе, цивильная, как говорят в городе Цивильске. Так, вот теперь мы сейчас встанем уже на курс. Вот так мы встали на курс, теперь смотрим. Так, значит, нам надо как-то правее повернуть. А как нам повернуть правее? Да не орите вы так. Сюда, походу. Так, еще раз. Да, сейчас, и сейчас еще раз направо. Чего за прикид помаднее? Что там за вечеринка? Я это вообще этого уже не помню. Я же уже тушил пожар. Вроде как на вечеринке. Прикид им еще помаднее. Я делал его просто идеально. И что? Это не магазин? Да, разойдитесь вы все. Я еду. А, вот он. Ну хорошо, сейчас нам тогда должны позвонить, когда мы оденемся. Так, стоп, я отключаю звук. Ну вообще, конечно, вот эти дамские штуки. Может, что мы себе купим, бюстгальтер, что ли? Это где у нас прикид-то? Ой, господи. Давай заходи в примерочную. Так, ну смотрим. Тело, ноги. Ну тело тогда что? Давай это самое спортивное. Подожди, где-то зеленая это была у нас толстовка. Зеленая куртка. Куртка Air Star, что ли? Нормально, кстати. О, нормально. Нормально. Пусть не говорят мне, что я еще не модно одет. Я вообще офигенно одет. Посмотрим, что дальше. Позвонит нам кто-то или нет. Я думаю, по законам жизни... Оделись прекрасно, но все, при этом никто не позвонит. Ага, отлично. Так. Вечеринка выйдет, что надо. У нас тут целая куча отвязанных телок, но понятно. Ты идешь, парень? Не знаю, парень, у меня были какие-то планы сегодня. Ну как план-то? У нас котов я не смогу читать рэп, микрофон накрылся. А все, этот рэпер бедный. Понятно. Ладно, хорошо.